произошла такая трагедия, что взяли весь цвет нации, музыкантов, историков, ученых, политиков, талантливых людей, и за одну ночь вырезали, остальных выгнали в пустыню умирать. Кому удалось спастись, те, в общем-то, разбрелись по всему миру и образовали свои общины, нашли пристанище. Многие страны приютили армян. Ну и то, что мы живем сейчас в России, я как армянин, живущий в России, своим детям говорю, что наша земля была там. Теперь здесь наша земля, русские нас приняли, за что им большое спасибо. Это 100 лет. И в 100 лет нужно сказать, что человечество относится к этой трагедии абсолютно по-новому. И столетие принесло еще то добавило. Конечно, это страшно мало против того, что было бы нужно. Но тоже то, что есть новые современные переделы, которые являются практически последствием страшной трагедии. Ну, Холокаустов, преследования, геноцидов, все, что массовое истребление. Сколько я помню, каждый президент, когда в Америке приходит к власти, они, вот, чтобы армянские голоса получить, они все говорят, при моем президентстве этот вопрос решим. Америка будет признавать армянский геноцид армян. И вот я уже помню Рейгана, все говорили, и никто так и не делали. Но в Америке есть отдельные штаты, штатов 7 или 8, они вот уровни штата, они признали геноцид армян. Но это, да, вот как-то парадокс, но это так.